Для дорожных служб Ульяновской области настала жаркая пора в прямом и переносном смысле слова. Специалисты Центра мониторинга в режиме онлайн следят за оттаиванием дорожного полотна. Чтобы не произошло подтопление жизненно важных городских и областных объектов, подрядные организации в круглосуточном режиме очищают мосты, путепроводы, тротуары, остановочные площадки, подходы к пешеходным переходам и проезжую часть. В случае размыва, все-таки поднятия воды уровня, в случае подтопления, сейчас ведется активная работа по заготовке мешкотары с песком для того, чтобы создавать искусственные дамбы и воду уводить в русло. И проводится также работа по отводу воды с дорог, с обочин и так далее. Особое внимание уделено главной грузовой артерии города и области Президентскому мосту. Сегодня на объекте трудится 15 человек и несколько единиц техники. В две смены работники очищают от снега 12 километров водопропускных лотков. Если не прочистить снег, который скопился на склонах, это может привести к большим проблемам, потому что может размыть бермы, которые держат все вот эти склоны. И это может привести к большим финансовым потерям для бюджета Ульяновской области. В регионе уже очищено 300 мостов, открыто 700 труб. Все запланированные работы дорожники завершат до конца марта. Кстати, с 1 по 30 апреля на период оттаивания дорожного полотна на территории области будет временно ограничено движение грузового транспорта по дорогам регионального и межмуниципального значения. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.